У меня Зашел такая на уже есть. закапал, так нихуя. О, да. Пойду два токена куплю, хули. Так, на фрею пиздуем. Ну, кстати, плеч такой себе. Ну, по статам. Я бы шапку взял бы. Кисти, штаны. А, не, кисти получше. Ладно. Давай, бани, хуйню, и полетели. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Я хуй знает, на фрею спекаться, блядь, или нет? Да я соло заканчиваю, что там. Ну да, там рога есть. Троих напулить, а дерево нахуй не надо напуливать. Баньте здорового, блядь, сразу. И поехали, мело сейчас выбежит сюда. Напуливай кран. Давай, как умеешь. А грань не на мне, подожди. Ну потому что крана тут нету, блядь. А. Они понятно. Там стояли, не знаю, сундук охраняли или меня, чтоб меня не спиздили, блядь. Ну, он ждал, пока ты внутринку отдашь. Только комары не. А какая у тебя до этого триня стояла кран? Это у нее некрасивые триньки. Оленю этому косты, главное, сбивайте, блядь, не проебите. Так, я дракончик буду. А, сейчас. Понял. Ну это с арпой поинтереснее будет. Да, с острова поинтереснее с арпой. Вот эту прокающую, блядь, и вот эту прокающую с арпой и с острова с арпой, блядь. Мне кажется, будет вообще ветер, блядь. Что, парашного Мимирона убьем? В этом теме? Нет. Точно? 100%. Может, попробуем? Нет. Ну, один раз. Да смысл, блядь? С кем пробовать? С Женьком, блядь? Он на торе. Нахуй вы босса спулили? Ну, блядь, вы же ебанутые, блядь. Ну, нахуй вы туда лезете, если вы, блядь, сука, кучерявые руки, блядь. Блядь, я специально стою, нахуй, жду, пока трэш отойдет. Нет, надо его нахуй там запулить. Нахуя, блядь? Я объясняю, блядь, для тупых, кто в танке, нахуй. Я через полчаса уйду, блядь. А нам еще три босса надо успеть. И два, три хэма. Из четырех. Если вы деревянные, как дерево, вот это на входе, нахуй, в оранжерею, блядь, нехуй трогать трэш, блядь. Попытка номер два. Место станет нашей могилой. Шаман, ты же задрачиваешь? Я приду. Ебануться. Да не бегите вы, блядь, от дерева, дайте его завалить. Время, блядь, тянет. Нахуй вы от него отходите, сдохните нахуй, блядь. Вы все тпшнулись, красавчики. Там как бы дерево на инст-бой вешает, сдохните быстрее, блядь, кто там в инсте нахуй.
Впервые, блядь, кто-то будет делать ХМ-мод, блядь, он не знает, что тут делать, блядь. Может, пойдем на другую сторону, раз нам на той не везет. Пойдем на Алгалона, блядь. Пойдем. Может, пожарного тройнем, блядь, а? Хотите тройнем, я-то заканчиваю, мне не проблема. Бафайте тут. Ну быстрее, лапа, вся хуйня. Где ты есть, блядь? Забань большого. Надо их отвезти. Отведи их к стене сюда, в тотемы, блядь. Где тотемы стоят? Короче, пацаны, я пошел, блядь, на работу собираться. Ну вас нахуй. Что за пиздец? Давай раз сюда пойдем закрывать проем. Не-не, какой урон. Да мы убьем Фрея, убьем пожарного. Ой, не пожарного, а этого. Просто Мимирона в обычке. Хотя бы. Давайте резайтесь. Тэпайтесь. Ну смотри, отошел? Иди бань его. Иди бань. И ко мне беги. Да хуй, хуй знает, нахуя там весь рейд стоял и сдохли как хуй знает кто, блядь. Я не знаю, зачем вы там стояли, отойти в сторону для вас, видимо, слишком сложно. Это вообще пиздец. Тотему там бы также бил бы баф. А ты сам негодяй, блядь. Ездил, увидел как, блядь, на Левиафане. Он тебя, блядь... Я не виноват, что он так далеко бьет. Ну, так а ты этого не знал, что ли? Да нет, я в десятке вдвоем фармили, когда он так сильно не бил. Он далеко бьет. Да, он далеко бьет как-то. Ну вот. Я с этого приохуел только. Где что там, скорая приехала? Заберите меня. Сейчас Егорушка зайдет, мобиль на кого-нибудь залетит. Нет, мы ХМ не убиваем. Нам ничего не мешает, минус одно тело. Давай, тело здесь. Убивайте дерево косты. Блин, окрочек который. Грози не стой. Я думаю, хули такой каст медленный, блядь. Чем медленный? Ну в грязи замедляется.
Ты съебывай. Сейчас, подожди. Бабл нажми. КД нахуй. Ну, не туда бежите. Не бегите, плёточка, страх. Давай на пу делай. Я в рот, ебать, сука, пидор, встань и постоишь. Ну, отбегите оттуда, видите, на мобах и баф, парни. Видите, блядь, и разбаниваете зачем? Не разбанит, он сам порой с бана вылетает. Тоже не в первый раз. Он просто охуел. Охуевшая морда, согласен. Что он себе позволяет, да? Да, ебало бы ему набить нахуй. Это, знаешь, есть этот... Где Нагиев, короче, там... Кричит, вы все говно, типа. А, вы все говно. Говно должно говорить. Я не помню, что дальше. Да, я, короче, переозвучку делал как-то. Типа, когда ульду фармили. А, да. Я не помню, чел, кто-то угорал, помню. Там, я не помню, что я уже там пиздел, блядь. Опа, это танковский? Сука. Иди вон там, вон, бань. Огромного. И к нам беги. Ну, наконец-то, блин. Стали все правильно делать. Так, чё не день зелёнку, ебать? Я группу нахуй уберу. Попизди женёк, ебать. Промах. Чё будет? У вас будет группу, парни. Не хочу я ничего разраливать. Просто группу тут поставлю. Кому надо, тот тыкает. На мейн спек мне это нужно, на оф спек не откажусь. Все, не ебать мозг тебе. Ну-ка, а у Егора есть какие-нибудь эти? Сейчас у него спрошу. Бафайтесь пока.
Плоти из гильдии доберут, тут никого нету. Ладно, похуй. Давайте. Двадцать семь тел в гильдии, блядь, нету одного ДД. Все нормальные ДДшники давно повесили КД. Рейнджер ДДшники наберите. Наберите его, Макс, Рейнджер ДДшник. Гантели, осторожно. Не вливайтесь. Дерево спрайте. В случае выходим. Точно набивайте быстрее. Дерево, а нет, это корни. Топкаст. Так, сейчас прежде будет. Вставайте грибы вон там, которые на речи. Отойдите от меня. Топкаст. Добивайте дерево. Ёлку. Ёлку, ёлку, ёлку. Корни снимаем, фридумом там. Два паладина. Толпой не стойте нахуй. Наберите рейндж, парни. РДДшники, пустойте на рейнже, просто на максимальной рейнже. А я хватал. Я в водяному покикаю касты, короче. Нет, не кик. Гантели, себя сними. По хватоплёту больше. По хватоплёту, да, больше. Дерево, 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 быстрее дерево. Дерево сейчас захилит. Потоплёты больше. Потоплёты бейте. И плёточника, плёточника, вот. Плёточника, быстрее, 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 плёточника. Понятно. Сейчас трэш нового выйдет. Пизда нам. Уходите. Зайдите в луч, развернитесь, спиной станьте. Прости меня. Вы не видите хп, блять, играйте у кого больше всего хп. РДДшники бьют фотоплёта. А сколько у нас меликов? 2 мелика, да?
На чердыльнике, пока играете в фотоплёта. Потом играете в плёточника. Водяного бьёте, милики, сбиваете кастом. Потом свечи здесь, кого больше как-то. На них бурсты не жалейте, чем быстрее мы их зальём, тем легче будет. Давайте степайтесь, разбахайте. Кто осмелился призвать меня? И вообще, миссии нужно убить, а не как вы хватоплёта, потом водного, а потом только плёточника. Давайте разбафуйте. Пошли от меня. Ёлка далеко, убить ёлку. Ёлку. Ну, как долги. На кладиверы дебаф отойдите от него. Я в другую сторону ушел. Я дерево. Так, сейчас будет дар жизни. Наберите раньше. Напуль на меня. Точно добивайте. Напугай. До жизни за пиздили. Быстрее. Растет, хорошо даже растет. Плёточника больше дайте. Я, Ром, можешь сесть на этого, на водяного? По водяному стопните. Добивайте других. Быстрее.
Ренш наберите. Дерево. Дерево, дерево, дерево. Сейчас дар жизни будет пару секунд. Дар жизни далеко убить. Убить, потом трэш. Толкаст. Добивайте последнего моба. Да ладно, лучше. Азар. Дар жизни. Ну, дар... Моя смерть даст начало новой жизни. Понятно. Ресы еще. Сейчас еще три, да, будет. Три жестких. Так, Рок, посидишь на водяном? Дар жизни. Бах, по топлёту больше. А нет, по этому. По один. Ну, хотя нет, все одинаково, давайте кливаем. Кливаем, фотоплета больше. Так, это последний, да? Да, да. Комиссант. Солкаст. Дерево, дерево. Куш нажмешь, нет. Дерево разбейте и стали по местам. Кинул, что ли, заметьте. Конечно, кинул, что вы дрочите или что, блядь? Нихуя не вижу, светло, пиздец. В окно солнце светит. Глаза светит, перебежали. Рога вообще нахуй просто стоит ключом. Прибежали. Дар жизни, далеко. Милики, вики разбить. Прибежали. Дайте Геру, что ли. Прибежали. Бежать. Давайте пиздить эту дуру. Дайте Вайду фридом. Да хули, у меня уже свой отпедешился, но. Да. Бывает. Стоп-каст. Мы с ним походу даем нахуй в одну и ту же цель нахуй. Перебежали. Дерево, дерево, дерево. Дайте корм. О, дайте фридом, парни. КД, ну. Парни. Далее.
Так, я перебежал. Перебежали. Перебежали. Ой, вась шалка нахуй, секс. Герой. Шит. Прыгаем в последний поток. Вес не персональный. Прыгайте в последний порт. Давайте убиваем из зимоты. Думаю, обычку все убиваем. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшие и величайшие изменения. Давай, Женек, сколько не в мире зоне, я знаю, твой любимый босс. Просто в мире зону не подбегай, все будет тебя заебись. Наберите рейндж, чего два села стоите, дебаф лутаете. Беги, малышка, беги! Большоковый. Оба. Кран взял перчик. Добивайте на мужика, а даже не будет. Я бы, конечно, хотел бы хотя бы один токен полутать в этой жизни, но я видел не судьба. Забирай нахуй Анроланда и все. Если танчить ДК собираешься. Я думаю, либо завтра пойду, если танков не будет завтра, то ДКшкой залечу. Морай просто дамажит, заебись, его в танке как-то не очень. Да, понятно. Типа я бы залетел, мне вторая пуха такая вот нужна. Для ПВП. Это я в танке сделаю. А то каждый раз менять сокеты на силу и обратно стамин, что такое. На рога дамаж, хуля. Ой, Егор, ты зашел? Что тут написываешь? У нас завтра десяточка. Ульдуар. Мистером... Вайдон. Не хочешь к нам вступить в ряды? Ну, я не знаю, магом там залететь каким-нибудь.
Че ты на ЛПшишь голову? Я ее под конец хотел забрать. Ты сейчас ЛПшки не ебашь, он только тебя бил. И то он тебе если сорвется. Сейчас. Бомбота ебану и пойду набивать ЛПшку. Ну ебать. Его таунти просто. Да не, босса ты не сорву. Просто вот бомбот идет. Его нужно стаунтить. Взорвать нельзя, что ли? Взорвал. Ну, когда как. Давай, Женек, мили не надо подбегать. У тебя все будет заебись. Так, стоп, по голове играйте в тело СД. Милить играем вниз. Так, обстрел. Все заебись, РДДшники стоим. Ну зачем ты на Женьке подбегаешь? Голову стоп, что вы бьете голову? Низ больше дайте. Голову, голова 50 тысяч, хватит ее бить. Низ и все вместе убиваем, давайте. Беги, малышка, ебите. Беги. О, вот это мне надо. Это мне надо. Все токены на ДК. Но ни один я не заберу, видимо. А, нет, заберу. А нафига тебе токен надо? Нет, не заберу, ну ладно. 226 за ОД продает. ОД нету. Вот сейчас вы где заработал? Ну, мне только... Мне даже на шапку не хватает. Там 1450 стоит, у меня 1400 только. Нахуй нас ходи 300 АД. Но мне еще шею нужно купить. За нахуй нас ходи. Как он сказал, нахуй сходи. Можешь нахуй сходить, портал АД найдет. Вовалишься. На восток. Ладно, пойдем тут сейчас гуляю, хуйню. Токсиген, прыгай к нам, валишься. Двадцать пятка в пятницу будет, но меня в пятницу не будет. Да, печаль ебаная, тоже на сутку. Да и меня пацаны позвали обнимать. Летние каникулы. Во второго сишь? С одной стороны почистим, да, и постоим. Не хочу фул комнату чистить.
Я в детстве спикнулся, дали в демоне. Чего? Я в детстве спикнусь. Спекайся лучше в Африка. Давай, Марк, давай. Вот это вот шипуешь. Спекайся лучше в Дестрика, а на это лучше на йога в Африка спек. Они одинаково на этих двух боссах дамажат. Ну, Марк, давай, просыпайся. Потом поставишь камни. Ты где сейчас? Разбийник. Хули он там делает? Не, если знаешь, что ли. Сдохни на трэше там нахуй, все, блядь, хули ты дрочишься? Заебись, и боя нету. Уже обновлять не надо. Он уже, блядь, среди нас. Этот моб, причем обновлять. Что, ёба вы зимой не ёбнем или? Я хуй знаю. Ну, ну хрен правильно. Там изи, но у нас минус человек, типа. Это минус портал, можно сказать. Либо щупальца будут долго убиваться. Ну, в портал точно 3 не стоит отправлять. А? В портал надо 4 человека, просто наверху хуёво будет. Ну да. Ну, щупальцы хуёвые. Со всего же 5 порталов, нет? Четыре, ну ладно. Какого хуя меня в контроль взяло? Не знаю. Нет, чем быстрее мы переведем, тем лучше. Типа наверху лок, маг, элем. Справимся, думаю. Нужно еще одного хила пробовать. А один хил будет прыгать в этот? Нет. У нас два хила сейчас можно одного бить. Но, я говорю, один куда будет прыгать, типа в портал или оттуда сдаться? Надо ему никуда прыгать, зачем? Нахуя хилу прыгать в портал? Это в 25-ке он еще прыгает. И то там тоже можно выживать без хила. Ну, тогда другой вопрос, у кого ДД есть? У меня. Серьезная заявочка. Так, короче. Reversions are shift. Сколько у нас контроля всего? А нет. Нет, Reversions are shift. Так, а сколько у сапа метров? Хуй, да. Так, короче, звездочку вот это шипаешь. Вот это вот рога дашь. Дашь приколюху в инвизе. И вот этого в сап кидаешь паладин.
Ледяного мага пиздим. Вот это, печеньки. Саб даешь. Звездочку. И Фаладин сапает ром. Давайте. Да, Эрин не бьет нифига смысла в бане. Подожди. Ну, ебаный в рот. Вы ебанулись, что ли? Давайте как-то по отсчету это делайте, блядь. А не вот так, как залупа. Стояла просто рога. Типа я звал рогу, потом дал бы отсчет. Физал вы мутите. Приверженцы, бейте. Дайте какой-нибудь контроль. Никакой не дайте. Я ебу нахуй. Вы какие-то вообще охуевшие. Ребята, нахуй, без дисциплины тут нихуя не сделать, нахуй. Надо отсчет давать. 1, 2, 3, нахуй. Один, блядь, кинул контроль. Двое дрочат стоят. Вы чё, нахуй? Совсем ебанулись, блядь. Вы так будете падать по КД, нахуй. Вы сами себя организовываете, вы проебываете тут время, сидите дохуище. Если он не говорит нахуй, откройте голос тут. Ну, у меня нет настроения, блядь, сейчас вам нахуй релиз здесь. Включите микрофон, ебучий кто-то нахуй, и скажите, давайте на счет 3. 1, 2, 3. Что это сложно сказать, блядь? Один дал контроль, двое стоят дрочат, блядь. Вы чё, блядь, ебанулись? Там вообще нужно первого роги давать, а дальше за ним. Рога пуляет, они еще стоят. Ну, типа, сапы. Они стоят, можно дальше дать контроль. Тут вообще три контроля, блядь. Один от ретрика, один от мага, приверженца и ледяного. И одни корди по стражу от Эллады, нахуй. Остальное вообще нахуй не надо контролить. Лог элементаля банит, и все. Все, что оставшееся, заливается легко. Вы дрочите что-то. Нахуй Ваня, этот рога. Нахуй нужен этот рога со своим сапом, блядь. Придумывайте хуйню. Еще 5. Еще законтрольте все 6 мобов, нахуй. И просто постоим на них посмотрим, блядь. Так из корней вылетает, когда блинкается. Стража, я говорю. Нахуй блинкается. Да этот страж нихуя не делает. Ну да, нихуя не делает. Пол хп сносит, блядь. Заходит в вашу пачку, блядь. Вы стоите там в уголке, жметесь, нахуй. Он заходит, дает эту хуйню свою, блядь. Пол хп нету. Ледяной маг дает кас, нахуй. И все сдыхают, нахуй. Контролятся те, кто дают сало, блядь. Это ледяные маги и приверженцы. Еще пироман сало дает. Вы сами как бы ну должны понимать нахуй, что если вы хуйню сделаете, то будет вайп нахуй. А вайп это никому не интересно, блять. Сидеть здесь и бегать постоянно с кладбища. Если РЛ не считает вам отчет никакой нахуй, то блять берите сами считайте нахуй. Потому что вы так будете падать пиздец. Сейчас блять на Везексе вайпанетесь, я сразу ухожу, блять. Это серьезно делать. Пойду отдохну, блядь. Надо вечером еще танчить 25. Какой ты рейд идешь танчить? Да 4-й, там еще, говорят, может не соберется. Давайте как-то, блядь, сейчас бафнемся. Давай. Тогда получается, ладно, давайте вот этому квадратику корни дашь. Черепок мы пиздим. Печеньку сапаешь, рога, звездочку шипаешь и ромбик сап даешь в один. Давай, рога, подходи. Что, готово? Давай, 1, 2, 3, давай. Шипай, давай. Где паладин? Пиздите ее.
Каз. Бейте элементаля пока. Слава пройдет, обновите контроль. Я привержен собой инкуярить, он сам первый выйдет. По идее ты не сможешь, а не в комбате. Давайте, блядь. Шипни череп. Череп, быстрее. Ну, череп! Бейся эту хуйню ебаную. Бейте квадрат. Обновишь, давайте приверженцы, хуярь тебе череп. Обновишь контроль. Поехали, моба. Осторожно, босса не скульте. Ой, с труда копайте. Рукул стоит. Отлетаю красиво. Так. Сейчас я вам поставлю меточку. Это метка Везликова. В трусах, по идее, вы стоите. Луну вы отбегаете. По идее, босса. Сколько у нас? Три РДДшника. Посой с ними. Нет, не надо. Если что, поводишь их. Научишься. Крестик, метка Безликого, луна, сопля, если летит. Да, второй раз.